Всем привет, стратеги! С вами, как всегда, консул. Продолжаем нашу кампанию, значит, за Куш во втором Риме на легендарном уровне сложности. Итак, в прошлой серии мы с вами уже начали подходить потихонечку к концу кампании. Забрали мы Еропит на Укноса и уже расставил я свои войска. В принципе, готов к атаке, друзья мои. Готов я атаковать все поселения, которые нам нужны. Также хочу забрать Рим до полного счастья. Ну и здесь постепенно, помаленьку набираю я снова армию западомаков, чтобы разделаться, значит, с пресловутыми бритами, которые у меня тут и улоджали. Ну уж не знаю, получится ли у меня, успею ли я добраться до них, прежде чем у нас кончится кампания. Напоминаю, кампания идет до военной победы, где у нас там покажут нам мультик, как мы вроде как победили, и на этом будем с ней завязывать. Что ж, друзья мои, давайте тогда смотрим. Афины, с кем они у нас там воюют этот раз? Они, по-моему, с сиракузами воевали. Да, воюют они с сиракузами. Давайте вступим в войну на стороне. Там сиракузы не хотят, чтобы мы вступали в войну. А с кем еще воюют афины? Они, кроме сиракуз-то, больше ни с кем не воюют. Придется тогда объявлять войну просто так. Делать некого. С этим мы уже воюем, с адресами можем, в принципе, попробовать мир заключить. Так, Рим в осаде пока. Так, теперь бьем по ядеру. Так, есть контакт. Сразу займемся перестройкой, потому что хрен его знает, а вдруг что-нибудь у нас пойдет не так. Так, теперь, значит, где мы там есть-то вообще еще? Вот. Вот наша армия тусуется. Так, тут надо пацанов вкачать. Те, кто не вкачан, да? Выдадим хорошее оружие с доспехами. И возьмем в осаду Афины. Так, а у нас тут еще и при поддержке флота, как-никак. Давайте тоже автоматом. Есть контакт. Правда, блин, досталось мне серьезно, слушайте. Надо было, наверное, все-таки самому. Хотя, с другой стороны, возможно, если бы я даже и сам атаковал, я тоже понес бы значительные потери. У них там обычно гарнизон такой нехилый. Плюсом стек стоял. Так что фиг его знает, как бы оно получилось. Ой, извиняюсь, ребята. Так, забираем мы, значит, Спарту. Сходу. Говорится, почему бы нет, да? Так, и забираем мы еще Эпидам. Так, неистовые кочевники. Так, и что нам еще надо, кстати, Несвес, к чему относится? К Фракии. Вот там еще Македонию что нужно забрать, да? Полонию. Это получается, на этом ходу мы все-таки с вами еще не выиграем. Поэтому давайте, ладно, штурманем Рим. Поглядим, на что там Афины с ним натворили. Просто так, для интереса, да? Эпидамаки опять порубятся там с кем-нибудь. Где их тут хотя бы будут более-менее адекватные войска поддерживать. Ну и встретимся уже на поле боя. Итак, у нас дождик. Давайте-ка подождем, наверное, маленько, да? Все равно дождь. Туман, да ядрит твою мать. Дайте что-нибудь нормальное. Хотя можно было, в принципе, и в дождь пойти. Ладно. Так, и что же эти нетопыри сотворили с Римом у нас? Давайте поглядим. Перестроили, сволочи, под греческий манер. Нету ни Колизеев, нифига. Стоят одни греческие храмы, и фиг, там больше ничего нету, да? Будем мы сейчас тогда мстить за римлян, что делать-то остается нам. Пойдем, наверное, вот отсюда. Так, а тут брод есть, да? Да, есть. В случае чего, или нифига не отсюда пойти. У них там, в принципе, небольшой гарнизон. Где-нибудь, наверное, здесь он будет тусоваться. Так, а где нам поближе-то подойти, чтобы... Так, вот здесь вообще просто открытое пространство, да? Да, вот здесь вот делаем дырки, ворота. Так, встаем сюда, ты сам не стреляешь, лучники готовятся.
Апидемаки. Это дело сюда притаскивают, бросают. Подтаскиваем все наши силы, которые там остались. Возможно, будем делать чат слонами, почему бы нет, да? Ну и поехали. Значит, бля. Поехали, говорю. Не выстроился толком. И уже поехал. Так, ну давайте делай дыры. Ускорим все это дело чутка. Месть за Рим, блин, так сказать. Гребаным грекам. Так, начинают они там какую-то движуху непонятную. Вот уже стены вроде как проломили почти. Так, давай, давай, давай. Сейчас, похоже, пара отрядов тут зависнут, и мы их шатнем. Ну, есть контакт. Здесь чуть-чуть осталось еще. Щитоносцы стоят как раз. Что там? 94, там стрелки бегут. О, нифига он опустился. Ну, где там зал? Есть контакт. Похоже, щитоносцы тоже сразу же кончились. Так, ломаем башню. Проходов нам этих хватит, наверное. Еще бы хватило, чтобы башню катать. Вообще бы замечательно было. Можно лучников подтянуть, вот этот вот отряд шатнуть. Так, а питомаков-то, бля, обстреливают при этом. Там гребаная награ стоит. Надо всех перетащить вот в эту сторону. Стоять, стоять, стоять. Вы-то куда собрались? Вы стреляете. Чутка еще раз подускорим. Один 65, хватило бы, главное, патронов нам. Есть. Давайте по этой. Пидена маки вперед, лучники вперед. Хочу вот этих щитоносцев пристрелить. 45, главное, чтобы главное, чтоб снарядов у баллист хватило, и будет замечательно. Блин, опять достается мне. Есть контакт, есть контакт. Ну, в принципе, тут больше никуда не надо стрелять особо. Так, лучники. Давай вот этот отряд шатнем. А то они там могут своими палками-кидалками накидать по нам. Плюсом надо вот этих тоже подшатать. Так, щитоносцы почти кончились. Есть. Вперед по вот этим. Прачников шатаем. Так, ты куда пошел, ты? Алло. Перестроились. И огонь. А, они спустились, что ли? Нет, не спустились. Показалось. Месим стрелков. Там они что-то рассосались по всей стене, да? Флажок в одной стороне, стреляем в другую. Вот этот отряд добить. И у них, по-моему, стрелки должны закончиться. Так, вроде все, отходим. Отходим назад. Вперед выдвигается воин апидемаков. Вперед выдвигаются слоны. Сейчас займем позиции и пойдем раскатывать. Так, ну и воинов шаттлами подтянем в резерв. Пригодятся. Вперед. Вперед. Пару слонов, наверное, вот отсюда пойдут. Так, ты что, встал вперед? Так, ну и вырываемся. Это пикинеры у него стоят. Толпа, тут вся фигня. Главное, чтобы они в них не убились сразу же, да? Давай, охоту за головами. Вырывайся, вырывайся, вырывайся. И стой. Отлично. Так, тут толпа. Давайте слона одного завезем. Так, вы на помощь. Вы туда же. Сейчас слонами будем пытаться пробить пикинеров всех вот этих. Давай, топчем, 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 топчем. Здрасте. Не ждали? У нас напор есть, что есть. Так, пошло дело. Хорошо, слоны заходят.
Так, что он убежит сегодня, нет? А, побег, побег, побег. Давай сюда вырываемся. Через напор. А то там опи дымаков явные проблемы. Так, протаскиваем слонов. Так, толпу почти замяли. Интересно, они тут все или как? Да, явно тут грекам достается. Слоны, это вам не хухры-мухры, правда, я их не особо люблю использовать в своих компаниях, если есть такая возможность, потому что если бы их сейчас тут обстреляли какие-нибудь лучники огненными снарядами, они бы побежали, например, отсюда и утоптали все три моих отряда, к примеру. Вот как нифиг делать. Кстати, потеряли мы слоника одного, да? Так, ну нормально, разлетаются ребята. Одни пикинеры стоят спокойно себе, да? Так, дави, дави, дави на них. Так, а все. Конницы готовятся бежать. Граждане-всадники уже побегли. Гоплиты-ополченцы тоже побежали. Пикинеры, кстати, развернулись спиной, да? Эпидемакам. Ну, эпидемаки что-то как-то думают, не нарезают. Тем временем слоны-то несут потери. Все, остались только пики. Надо воинов в шатлайне заводить. Ой, бедный мой слон. Ладно. Мои бойцы на этом, на праздничном пире его съедят, так и быть. Хотя тут нормально, так слонов на всю армию хватит. Все, этот колебается, там еще подкрепления подходят. Все как бы замечательно. Есть контакт. Так, все, всех. А, нет, еще есть. Еще есть у него там кому повоевать, да, с нами. Давай с щитоносцами. Собираем центр. Я-то думал, они всем этим здесь лазят. А нифига. Ну, давай, слон, раз уж такая пьянка пошла. Бери эпидемаков и вперед. Хотя слона можно против кавалерии послать. Как вариант. Не-не-не, эпидемаки сюда. Слон сюда. Наши впали в боевой раж. Вот, про что и говорил. Сейчас будут бить своих, да. Вот поэтому я слонов и не использую. Гаси. Гасите их кибенем. Потому что это кобздец. Еще ведем один отряд слонов. К сожалению, потеряли мы отряд слоников, потому что впали они, блин, в боевой раж уроды. Зато здесь эпидемаки влетают. И щитоносцы сейчас будут жестко огребать. Еще отряд слонов у нас атакует кавалерию. Раз воины с шатлами здесь, пускай они ее тоже помогают рубить. Есть. Здесь убрали, здесь убрали. Что, еще кто-то остался, что ли? Сколько можно-то? Так, ладно, воины с шатлами. Вперед. Ускоряем. Где-то падлы еще запрятались. Хотя вроде граждан садников я уничтожил. А, вон он где. Ходить никуда не надо. Он бежит от меня, смотри, какой хитрец. Все, все догоняем его. Быстро бежит, однако. Так, ну что ты, будешь сажаться или как? Все. Решительная победа, друзья мои. Да, к сожалению, не получилось увидеть Рим во всем его великолепии. Посмотрели, грубо говоря, на Афины 2, наверное. Ладно, завершаем битву и встретимся уже на карте компании. Итак, Рим наш. Оккупируем. Потеряли одного слона, ну что поделать. И получите, распишитесь, Рим захвачен. Ну, 100 раз мы все этот ролик уже видели, давайте пропустим его. Повышение ранга, скорее всего, сейчас еще придется оборону держать по-жесткому. Пидемаков вот этих тоже объединю, на всякий пожарный. То фиг его знает, как оно там пойдет дальше. Перестроить, перестроить, сломать, перестроить, сломать.
Так, Дельмини теперь, ну, на очереди у нас, значит. Давайте-ка ударим по нему. Так, ну тут тоже биться особо не с кем. Я так полагаю, давайте. Автобоем. Кажется, последняя серия у нас будет не сильно длинной. Ну, возможно, вмешаются где-нибудь еще бриты, например, пойдут, Карфаген отожмут. Тогда это все дело может затянуться еще на пару серий. Но пока вот как-то так. Так, забрали. Так, этот у меня на ускоренном несется куда-то. Так, что еще можно тут вот это все дело перестроим, давайте. А все, и деньги кончились. Ну, остальное потом там разберемся, перестроим или что-нибудь с ним сделаем. Так, афиняне вот здесь еще имеются, да? Надо бы флот в ту сторону двинуть. На всякий пожарный. Здесь все по красоте. Смотрим, значит, на цели. Остается взять, да, только Македонию. И, в принципе, компания выиграна. Сдаем ход еще разок. Да пофигу, уже не буду я никого качать. Уже как бы и не обязательно. Так, македонские войска... О, сановники там куда-то все побегли по своим делам. Так, конфедерация бритов. Что-то задумалась, что-то вымучивают. Не пошли в атаку. Афины куда-то валят. Подтягиваются в сторону Рима. Так, давай. Сохраняйся. Так, понеслось куча новостей. Что тут? Небольшая пирамида. Повышение ранга. Так, что там у нас в Риме? Давай храм, давай санитарию. Так, здесь что перестроить осталось. Давайте все переделаем. На всякий, как говорится, пожарный. Так, нормально мы так бабла тут оставили. Ну, сойдет. Так, и надо забрать Аполлонию. Где у меня разведка? Вот она. Подойди-ка, посмотри, что там происходит. А, тут небольшой флотец имеется. Так, а ты у меня добежишь? Или ты нифига не добежишь? Нет, ты нифига не добежишь. С другой стороны, вроде тут никто не должен атаковать нас, Дельмини. Поэтому, значит, ты идешь забирать Аполлонию. Аккуратненько, да? Есть контакт. Забираем. Так, ты в свою очередь прикрываешь Эпидам. Так, а что у нас здесь, кстати? Эпидамаки у меня там набрались, нет, или как? Нет, еще два хода. Можно еще штук 5 взять, чтобы уж наверняка. Бриты вроде бы не идут. Так, ну и посмотрим, все ли мы там отжали. Да, все у нас, все есть. Попробуем, кстати, теперь потарахтеть насчет мира. Вдруг они захотят. Да, они хотят. Соответственно, наши города вот здесь никто отжать не должен. Сойдет. А бриты? Так и быть, отдам я вам его. Меня не хотят. Единственный, кто, наверное, мир с нами не хочет. Адрийское царство, кстати, я по них вообще забыл. Тоже мириться не хотят. Ну и все, ребят. Вроде как все мы выполнили, все мы сделали. Давайте сдадим ход. И посмотрим, что будет дальше. Так, ну бриты отваливают от наших берегов, по крайней мере, да? Нигде не атакуют. Афины успокоились. А, ну вот сейчас могла быть серьезная атака. И не факт, что победили бы.
Так, что-то я не въезжаю. Опять тут, блядь, может под мухи? Где? Че, мы не победили все еще? Не понял. Не понял прикола. Так, это есть, 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 есть. Все галки вроде есть. Где победа моя, эй? Лю. Или вот из-за этих всех затуп какой-то прошел, я не пойму. В чем прикол? Так, ну-ка, читаем внимательно. Так, военная победа. Возьмите 114 поселений. Взяли. Получите власть над следующими провинциями. Сирия есть, Киликия есть, Азия есть, Лада есть, Македония есть, Иллирия есть, Африка есть. 180 отрядов одновременно есть. Содержание кораблей 60 есть. Не знаю, что надо. Где? Алло? Что не так-то? Что за прикол? Что за баги? Давайте еще раз попробуем сдать ход. Видимо, компания хочет продолжаться, не хочет она останавливаться никак. Почему-то победу не засчитывают. Странно. Ну вот, наконец-то. Все засчиталось, все вроде как сработало. И победа, друзья мои. Компания выиграна, наконец-то. Прошли мы эту долгую нашу огромную кампанию. Сколько территорий мы прям захватили, сколько боев провели, прям по жести. Ну что ж, всем спасибо, кто поддерживал данную кампанию своим царским лайком, своими комментариями. Мне понравилось. Надеюсь, вам тоже. Подписывайтесь на канал, ну и ждите новых прохождений, новых кампаний. Ну а с вами был Консул, всем вам спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.